Всем бонжур, друзья мои. Дождь весь день идет, поэтому у нас на линии нет. Ну вот они мы. Сейчас появимся. Опа. О, привет. Я знал, что ты здесь. Я тебя видел, ты сюда зашел. Как дела, Владимир Иванович? Спал. Спал, да? Ну, дождь идет, чего же не спать. Я тоже спал полдня. Дождик. Дождик мешает, ну. Где я зашел? Да-да. А что брать? Что брать будешь? Скублил. Да рублей 500 хотел тебе дать. 500 рублей. Хватит там на скумбрию? А? Не знаю, Сань. Гань. Угу. А скумбрия сколько будет стоить одна? Соленая или копченая какой? А? Соленая или селедку взять? Я не знаю, ты что хочешь, то бери. Гань. Мне ничего не надо. Гань, посоветуй, что взять? Скумбрию или селедку? Соленую скумбрию или копченую? Копченую. Что тебе больше хочется? Селедки или скумбрии? А какая лучше, копченая или соленая? Это как вы любите. А? Как вы любите. Давай соленую. Соленую, скумбрию. Или селедку. Спрашивают у тебя, что брать. Скумбрию, да? Ну, мне сказал. 500 рублей, дядь Вов. Что, по кофе возьмем? А? Кофе возьмешь? Угу. 199? Кофе, а что взять, кофе или квасу? Да квас, что там? Жарко, что ли, на улице? Кофе тогда лучше. Кофе? Ну да. Гарь, два кофе.